Знакомьтесь, Джонни. Робот Джонни. У Джонни раньше на интеллект было отведено всего 2 микросхемы. И он любил показывать вот такие фокусы с маркером. А потом он пошел в школу роботов, успешно закончил ее, и теперь у него стало 4 микросхемы интеллекта. Джонни решил проверить свои новые способности и научиться играть на фортепиано. Давайте посмотрим, как у него это получится. Эту мелодию Джонни недавно услышал по радио и решил научиться играть именно ее. Сейчас он слушает начальный фрагмент композиции в целом, обращая внимание на трюкинный свод, паузы и мелодичный звук. Для обучения Джонни использует программу Karaoke, которую он нашел в интернете. Вообще-то, эта программа предназначена для развлечения и обучения людей, взрослых и детей. Но, похоже, она полезна и для роботов. Джонни уже перевел программу в режим обучения. В этом режиме Karaoke показывает, какую клавишу нужно нажимать. Затем программа терпеливо ожидает, когда правильная клавиша будет нажата. Джонни для обучения использует синтезатор с подсветкой клавиш, который подключен к компьютеру. Однако, обратите внимание, что он иногда смотрит на музыкальную клавиатуру на экране компьютера, на которой тоже показываются клавиши, которые нужно нажимать. Клавиши на экране полезны, если обучение происходит с помощью обычного синтезатора или MIDI-клавиатуры, у которых нет функции подсветки клавиш. Мелодия, фрагмент которой хочет научиться играть Джонни, называется Spanish Romance, испанский романс. Это произведение, известное также как романс Гомеса или романс любви, Джонни тоже нашел в интернете и загрузил в обучающую программу Karaoke. Неизвестно, кто автор этой красивой старинной мелодии. Считается, что первое широко известное исполнение этого романса было в фильме Forbidden Games, «Запрещенные игры», снятом в 1951 году. Многие гитаристы, и не только в Испании, любят играть это произведение своим девушкам. Похоже, Джонни закончил свое обучение. Сможет ли он теперь сам сыграть эту мелодию? Давайте посмотрим.